Сегодня расскажу вам про игровую приставку Sony PlayStation Portable. Почему купил ее в 2022 году, а не тогда еще в далеком 2005 году, когда они только начали появляться? Мне тогда было 15 лет, и этот девайс ни я сам, ни мои родители не могли мне его купить. А если бы купили, то я был бы, наверное, самым крутым перцем во дворе. Но я только мог мечтать о приставке. Эта приставка, думаю, тогда была, как сейчас, последний iPhone. Сейчас на дворе 2022 год, и мне пришла идея купить ее. Говорим. Я решил купить приставку через Авито. Зайдя на сайт, я был поражен, как до сих пор их много продают, и они хорошо еще пользуются спросом. А дальше все просто, выбрал по цене и качеству мне подходящую. Связался с продавцом и купил. Изи. Продавали ее уже прошитую с флешкой на 32 гига. Зарядником. И USB шнуром. Внешнее состояние отличное. Есть, конечно, царапины и потертости, но я не считаю это недостатком. Единственный минус – это следы от пальцев остаются на экране, можно сказать, сразу после первого прикосновения. Но думаю, это можно решить. Я, недолго думая, решил накачать сразу игры. Нашел подходящий сайт, выбрал игрушки и скачал их через торрент. После скачивания файлы с играми распаковываем из архива. Заходим в приставку и находим папку ISO. В эту папку копируем наш файл с игрой и все, игра теперь установлена. Да, кстати, приставка без проблем подключилась к моему ПК через USB шнур. Ладно, неплохо. Вот небольшой список закачанных игр. Давайте! Сейчас сыграем в пару игрушек и посмотрим графику в них. Графика в игре меня сразу поразила, но вы сами все в принципе видите. Это просто шедевр. Приставка 2005 года выпуска, и для того, и даже для этого времени она великолепная. Это шедевр! И кстати, в приставке есть Wi-Fi модуль, можно играть по сети. Я нашел информацию в интернете, что по сети одновременно могут играть до 8 игроков. Единственное, это наличие одинаковых игр на устройствах. И конечно же, я запущу GTA-шку. А теперь давайте послушаем, как звучат стереодинамики. А звук в наушниках просто звучит круто. Очень круто. Но я, к сожалению, не смогу вам его передать. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из моего видео. Качество воспроизведения видео тоже отличное. Компания Sony, конечно, постаралась на славу. Не поспоришь. Подводя итог, я скажу, что мне теперь понятно, почему эти приставки до сих пор пользуются спросом, и я думаю, что еще долго будут в цене.
А как думаешь ты, дорогой зритель? Напиши в комментариях.